Рад видеть вас, дорогие друзья, на канале Тимоха Лайф. И сегодня я вам расскажу об одной полезной настройке на вашем телефоне Xiaomi. А вы знали, что ваш телефон Xiaomi может активировать скрытую камеру благодаря одной функции? Она очень полезна, но об этой настройке всего знает 20%. Но вы пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк, напишите комментарий и расскажите своему лучшему другу об этом видео. Наверняка вы тоже его удивите, как в свое время удивился я. Теперь моя очередь удивлять вас. Так что смотрите, для этого видео, для этой настройки вам не понадобится какие-то скачивать приложения различные, вводить какие-то комбинации в свой телефон. Просто это все есть уже встроено на вашем телефоне. Просто нужно найти настройки и, конечно же, активировать. Для этого нам нужно будет зайти в настройки и найти такой пункт, который называется «Особые возможности». Он почти в конце. Нажимаем «Особые возможности». Здесь будет боковая панель, плавающие окна, второе пространство. Нас интересует боковая панель. Активируем боковую панель. Нажимаем «Всегда показывать». Здесь мы смотрим ниже расположение, где вы хотите, чтобы вот такой вот был ползунок слева, либо же справа. Также приложение для видео. Обязательно включаем камера, чтобы здесь был пункт активирован. Дальше мы выходим и смотрим, что у нас получается. То есть вы можете активировать секретную камеру на своем телефоне. Для чего это нужно? К примеру, если кого-то хотите записать, если же какая-то ситуация там в жизни, или же просто хотите, чтобы не садилась очень сильно батарейка, а просто телефон заблокировали, оно будет все снимать. Значит, смотрите, заходим в камеру, нажимаем на видеосъемку, как видите, у нас пошла видеосъемка. Дальше у нас всегда на экране вот такая вот полосочка. Мы на нее вот так вот нажимаем, и у нас появляется вот такое вот ушко. Если причитаться, то здесь будет написано... Спасибо, друзья. Воспроизведение звука, когда экран выключен. Мы на него вот так вот нажимаем, на эту настроечку, и у нас получается, что заблокировался экран. Но при этом у нас съемочка-то идет, дорогие друзья. Да-да-да. Смотрите, что мы делаем. Мы вот так вот активируем свой телефон благодаря ключу. И видим, что у нас дальше шла видеосъемка. Как вы видите, мы в этом можем убедиться, когда нажмем на свой ролик. То есть мы видим, что все записывалось. Сейчас я вот так возьму в руки телефон, покручу ним. И вот это вот все время, когда он был заблокирован, мы можем замечать то, что у нас продолжалась видеосъемка. Это очень круто, это очень классно, ведь благодаря такому способу мы можем все-все-все записывать. Как видите, все это записывается. Сейчас возьму в руки телефон на видеосъемочке, начну вот так вот крутить. Вот видите. То есть все-все-все за нас записывается, а телефон при этом в заблокированном вот таком вот режиме. Это очень классная настройка. Не знаю, почему вы не знали, но после видео, что телефон, видим, что телефон погас, а видеозапись продолжается. Пользуйтесь, надеюсь, мой способ вам многим понравится, и вы оцените его по достоинству. С вами был Тимоха Лайф. Пока-пока.